Не понимаю, как так вышло. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны, она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Может, я купился на эту идею найти лекарство? А может, просто хотел помочь ей? И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они и правда собирались сделать лекарство. Вот только она бы погибла. Господи! Доктор! Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Черт возьми, Джоэл. И что же ты? Я ее спас. Пошли, детка. Держу. Держу. Перекрыть выходы! Тебе не уйти. О, черт. Господи. Это... серьезно. Что ты сказал Элли? Я сказал, они провели тесты. Я сказал, иммунитет ничего не значит. И она поверила? Она ничего не ответила. Пора возвращаться.
Пойдем. Давай, я их отведу. Ты иди. Точно? Да. Ладно. Касаемо того, о чем мы говорили. Наверное, я поступил бы так же. Обещаю, я никому не расскажу. Увидимся, Томми. Идем. Привет. Элли. Боже. Зачем так пугать? Я стучался, но... Ну? Что? Что такое, Джоэл? Просто зашел. Люди... Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им... Помогаешь? Хорошо. Ага. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться, и он... Он рассказал мне шутку, я хотел рассказать тебе. А, черт, забыла я. А... Что-то про часы. Как же там... Джоэл, уже, ну, поздно, мне... Вставать через пару часов. Да, да, я понимаю. Я сейчас оставлю тебя в покое. Только покажу кое-что. Подожди секунду. Что это? Ну, некоторые называют эту штуку бревном. Смешно. Сыграть тебе? Давай. Хорошо. Обещай мне, что не будешь смеяться. Я не буду. Не буду. Я тебе верю. Sometimes you'll succeed to make this man of me. Oh.
I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Вот так вот. Ну, не так уж и плохо. Ну уж как умею. Она твоя. Нет. Нет, нет, нет. Я же не знаю, как на ней играть. Я же обещал, что научу тебя играть. Обещал. Ну так что, завтра начнем? Ладно. 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 Ты вспомнил ту шутку? Почему от скуки хочется разбить часы? Чтобы убить время. Глупость какая. Ага. Спи, малышка. Джесси. Привет. Прости, я проспала. Дай мне минутку, я оденусь. У тебя после моего ухода та еще ночка была. Она поцеловала меня. Просто Дина такая Дина. Это ничего не значит. Я вообще-то о твоей ссоре с Сетом. Ты целовалась с Диной? О. Я думала, мы что... Мы с ней неделю как расстались, а ты к ней лезешь? Нет. Она, наверное, хотела, чтобы ты ревновал. Я бы не... Ух, черт, как неловко-то. Да я прикалываюсь. Мне все равно. Одевайся. Ты ужасен. Ужасно то, что ты сделала. И собирайся, мы опаздываем. Нормально. Ладно. Да. Джоэл уже встал? К северу отсюда видели зараженных. Мария отправила его и Доми на разведку. Отстой. Да, поспали, наверное, совсем мало. Хоть точно меньше, чем ты. Молчи. Я собиралась вставать. Ну-ну. Правда. Ты все взяла? Да. Короче, с утра все разговоры о тебе. Что? Я же все правильно понял. Ты целовалась с Диной. Она со мной. Из-за чего Сет назвал тебя нехорошим словом? Ага. Потом Джоэл ему врезал. Просто толкнул. И ты наорала на Джоэла. Вот этого я не понял. В
Вчера был странный вечер. Да прикольно ведь. Слушай, но ты не в обиде, да? На тебя? Да брось. Мы с Диной все. Я знаю, ты просто не подумай. Эля, я не в обиде. Честно. Спасибо. Крутяк. Эй, Элли. Привет, старичок. Да, давай почешу. На всех хватит? Привет, Джесси. О, привет. Будем считать, пока что я тебя одолжил. Но на следующей неделе рассчитаем. Завтракать будешь? Нет. Где Мария? Вон там. Извините. Элли, подойди сюда. Сет хочет тебе кое-что сказать. Я не хочу слушать этого шовиниста. Выслушай его. Прошу. Ладно. Сет, подойди. Вот срань. Элли. Слушай, вчера я был... Я выпил лишнего. Ничего. Я хочу сказать прости. Мария сказала, вы с Диной идете в патруль. Я сделал вам сэндвичи. Ладно. С говядиной? Спасибо, Сет. Да. Ну, будьте осторожны. Ага. Благодарю, Элли. Что тут у тебя? Шовинистская еда. Пахнет вкусно. Забирай. Не будешь? Бери. Иди прогуляйся. Ну ладно. Чур моё. Я хочу, чтобы ты подменил Томми и Джоэла. Ребятам давно нужна передышка. Где мне их искать? В опорном пункте на северо-западе. Они будут там к вечеру. Будь начеку. Зараженные стали попадаться слишком часто. Ладно. Я хотела смотреть тропы у ручья. Надо кому-то это поручить. Элли, знаешь тропы у ручья? Не знаю. Дина там бывала. Вот пусть вдвоем и сходит. Значит, решено. Элли, можно тебя на секунду? Чего? Я не знаю, чем тебя мог обидеть Джоэл. Мария. Ты ему очень дорога. Я уверена, он не нарочно. Все в норме. Да? Да. Ладно. Что ж, прости, что лезу. Береги себя. Спасибо. Эй, Дина, дела ждут. Подожди минутку. Проводи свою подружку к конюшне, пожалуйста. Боже мой.
Дина! У тебя есть минутка? Ребят! Стоп, игра! Ну, вот. Надолго! Фух. Привет. Привет. Я хотела извиниться за то, что вчера сбежала. Да ладно, чего ты? Я все понимаю. Мне самой совестно. Почему? Это же я тебя подставила. Взяла и зачем-то поцеловала тебя на глазах у всех. Ты напилась, бывает. Все равно, ты просто не думай. Да я поняла, это так, прикол. Знаешь, что я в тебе люблю? Ты меня никогда не перебиваешь. Ладно, нам, наверное, уже пора ехать. Да. Ай! Вы охренели? Я вообще не играю! Потому что трусишка! Этот пацан меня бесит. Надерем ему зад? Да, давай. Ну, держитесь! Мы вас уроем, гаденыши! Офигеть! Прячься! Быстрей, быстрей! Иди сюда! Мы вас уделаем, сосунки! Нет, нет, нет. О, ну, держись, малявка! А, ладно. Отсоси! На тебе! Маленькое слово! Я тебя вижу! Нравится? Нет. Нет, а... Лучше прячься! Выкуси! Бум, жри снег, опарыш! Мы ведем! На тебе в харю! Родители тебя не любят! Вот это я залепила! Дедушки! Нет! Честно. Получите! Эй! Нравится? Смотри ее! Смотри! Вам это с рук не сойдет! А ну, слезьте с нее, изверги! Эли! Эй! Все, хорош! У нас вообще-то дела есть! Вот! Сама напросилась, да? Ага. Пошли. В общем, Джесси поручил нам тропы у ручья, а он подменит Джоэла и Томми. О, мило, что он послал нас вместе. Маршрут тебе понравится. Доброе утро. Доброе утро. Девчонки, я их отведу. Спасибо. Вот умница. Смотри, кто пришел. Спасибо. Пойдем. Пошли. Искра. А, смотрите, как ты идет с нами. Да, да, да. Одно тебе. И одно тебе. Открывайте! Успокоились, детки? Слушайте, вы все знаете. Идете по маршруту, отмечаете в журналах, убиваете зараженных. Если не можете с чем-то справиться, возвращайтесь. Будьте разумны. Ну ладно. Пошли. Thank you.
Привет. Привет. Что тебе такое снилось? Я разговаривала. Опять странно скрипела зубами. Ты где пропадал? Хватай вещи, покажу тебе кое-что. Что? Не бойся. Пойдем. Сюда. Ах, как холодно. Может, все-таки дождемся, когда солнце взойдет и потеплеет? Нет. Это срочно. А сказать ты мне не можешь? Увидишь сама. С какого перепугу ты шатаешься здесь в одиночку? Не спалось. И тебе тоже? Чем дальше на юг, тем красивее виды. Может, поедем дальше? До самой границы с Мексикой? Я об этом думал. Заглянем в родной город Мэнни. Да, по-моему, он немножечко приукрашивал. Да, скорее всего. Ты что, здесь ночью ходил? Да. Ну, пойдем. Если так и дальше пойдет, у нас не останется сил на вылазку. Тут недалеко. Слушай, что с Мэл? Она последние дни сама не своя. За нее не бойся. Хватит чудить, ты меня пугаешь. А что такого? Хочешь бросить Мэл? Что? Нет. Да сейчас. А мне хватило, спасибо. Ай. Не все же такие атлеты, как ты. Конечно. Что это? Не боись. Слишком высоко. Давай. Черт! Эй, смотри на меня. Эбби, не смотри вниз. Оуэн, а обратно идти тем же путем? Для тебя это шанс преодолеть свои страхи. Надрать бы тебе задницу. Эбби, не кокетничай. Ты здесь? Мы на месте. Вашу мать. Это же целый город. Ага. Ты кому-нибудь рассказал? Еще нет, ты первая. Я видел здесь вооруженный патруль, идущий вон к тому блокпосту. Там еще несколько блокпостов. У них там электричество, пушки. И куча народу. Ну, мы справимся. Ладно. Предположим, он там. Как к нему подобраться? Можем подкараулить один из патрулей и узнать. А потом... Не знаю, как-нибудь выманим его. А, ну да. Уверен, они будут рады поделиться информацией. Мы их заставим. Ты себя слышишь? А ты что предлагаешь? Что с тобой происходит? Мэл беременна. А. Ясно. Дело не только в этом. Мне поздравить тебя? Когда остальные это увидят, они захотят вернуться. Мы убедим их, да?
Знала же, что нельзя на тебя положиться. Эбби, я хочу того же, что и ты. Но не любой ценой. Эй. Руки. Увидимся в сторожке. Могу сама все сделать. Обрюхатил Мел. Черт. Ты живой? О, черт. С дороги. Плохая эта затея. О, черт. Где опорный пункт?
Он где-то рядом. Следы копыт. Где же патруль?